Такого даже не произошло, но я сказал. Я говорю, собирается отдельный чат для тех, кто будет работать. Кто будет просто сидеть, даже не говорить ничего. Этого чата нет. Это я просто сказал, потому что я готовлю к тому, что будет. Я буду постоянно. Мы будем постоянно на связи. Если у тебя есть партнеры, новые люди, звони, подключай нас, не вопрос. То есть, если ты максимально за эту неделю успеешь отработать всех своих знакомых, у тебя будут уже деньги, потом спасибо скажешь. Все, вперед, звони, приводи, заводи, короче, смотри, что будет твориться. В итоге я ничего не сказал, что твориться будет, но он там думает, что там сейчас вообще фантастика начнется какая-то. Она и начнется, если все такой промоушен будут среди своих людей делать. Онлайн взорвется только так. Поэтому, ну, давайте мы, наверное, на 23 числа забьем знакомых людей. Вот, и будем отрабатывать это те, кто собирается. Они же рядом, они скайм 50, они в онлайне соцсети сидят. Осталось только с ним созвониться, пообщаться, поговорить, показать, что происходит. Не объяснять, а показать. Вот, и все, пару историй рассказать. Ну и я смотрю по некоторым людям, что после вчерашнего дня уже какие-то люди другие это сидят. Да, когда вчера по маленький мозговой штурм прошел, все сидят. Уже другие. Вчера уже кто-то из крови пытался записываться, я посмотрю, что будет через 6 дней. Через 6 дней тут надо будет солнечные очки одевать, чтобы следить просто от света. Вот. Ура! Заметили? Ничего. Ура! Ничего. Ура! Ничего вообще конкретного не давалось. Простое общение привело к тому, что половина людей уже поменяли свои точки зрения и